Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Ты уже вот не первый раз в Казани. Расскажи, как ты познакомился с нашими казанскими чуваками. О, это было в далеком еще году, в 98-м, наверное, 99-м, не помню точно. Артур Курсов, который тогда назывался Ирэмодафанкер, пригласил меня в составе группы Sounds of Infinity, когда... Ну, у нас, мы занимались, в общем, командной такой игрой, я еще двое ребят. И он нас позвал, собственно, это была первая вообще моя гастроль вообще в День Москвы. Самая первая? Да, вот вообще. Да, то есть это было реально очень давно. И так вот, собственно, вот я оказался в Казани. Ты вот за это время заметил какие были либо изменения в городе вообще с тех пор, как ты сюда приехал? Было время посмотреть, что здесь поменялось, что нет? Ну, в смысле... Вообще, город архитектура изменился, ну, город в целом, может быть, люди, я не знаю. Я помню первые несколько раз, когда я был, я так, ну, мы гуляли там, ходили по городу, что-то там смотрели. Я помню только вот этот район старого города, как, ну, он особо не поменялся там, да. Это, ну, столбики, фонарики поставили там, на серии. Так мне сложно сказать, потому что, ну, в последнее время я приезжаю просто, ну, обычно там. Вечером приехал? Что это было? Это рост полощет. Ладно, вообще не важно. Окей, да. В общем, да. Как, ну, так, ездишь в клуб, там, гостиницы, квартиры, там, все, кто бы так не посмотрел. Вроде, ну, люди, по крайней мере, точно изменились. Смотри, какие более такие позитивные. Что ли, не знаю. Ну, перейдем к музыкальной теме. Как дела с группой Paul B and the Band? Дела с группой обстоят так, что мы сейчас на студийном этапе находимся. Ну, мы поездили чуть-чуть со старым материалом, но материал уже, ну, за два года, так скажем, немножко износился, да, хотим новый какой-то EP там, или может даже альбом, я не знаю, хватит, но запал. В общем, пока мы на этом вот этапе. Засели в студии. Сидим в студии, да. Ну, пока по переменным успехам. Честно говоря, я сейчас немножко фокус с Paul B and the Band перебрасываю на новый проект, который я, ну, только, можно сказать, запустил неделю назад. Вот. И, ну, пока еще ничего не буду рассказывать, потому что... Ну, секрет. Секрет, да. А вот чего вот у тебя, собственно, так мало-то новых drum and bass треков? Ты как вообще пишешь или как-то? Пишешь стол или вообще не пишешь? Ты знаешь, история вообще с drum and bass'ом... Ну, была... Мы делали вот эти вечеринки в пропаганде в Москве, может, слышал? Когда там 2007, да, 2008 год. И после этого как-то вот мне показалось, что я уже в drum and bass'е очень много, скажем, повидал. Может, ну, не скажу, что все, но, ну, в общем... Стало скучно, что ли? Ну, не то, что скучно, но все-таки я, ну, сколько, 7 лет жизни, 10 уже лет, 10 лет жизни я отдал этой музыке. И она мне очень много дала в плане того, что это была такая песочница, да, посмотреть, как мир, вообще музыкальная индустрия работает и так далее. Ну, как бы, я, можно сказать, повзрослел, может быть, чуть-чуть. Когда я видел несколько поколений, понимаешь, которые сменялись на танцполе под музыку, drum and bass. И я понимаю, что, ну, я уже немножко... мысли вообще категориями вне жанров каких-то. И, ну, пусть, если мне захочется, я напишу дробно, но пока как-то, ну... Не хочется? Не то, что не хочется. Не получается. Мне прикольно иногда вернуться к этому. Ну вот последний трек, который мне выходил. Ты же видишь, это совершенно другое уже, не то, что я писал там, допустим, раньше. Вот. Я изменился, а drum and bass, мне кажется, еще нет. Можно так сказать. То есть камбэка в drum and bass у тебя пока не планируется? Знаешь, я, ну, я не буду говорить никогда. Never say never. Mm. Я играю, все, тем не менее. Ну да. Никогда не скажу нет, там, если меня позовут куда-то. Так вот, к твоей коллекции пластинок в drum and bass, какая самая частая играемая пластинка у тебя была в последнее время в drum and bass, которая уже буквально трещит по швам? Mm-hmm. Ну, я езжу с трактор Scratch, скорее всего. Ну, раньше было, когда, ладно, хорошо, там, в те времена.
Сложно сказать. Но я точно могу сказать, что я ставлю свои треки все время, почти в каждый сет. Наверное, это будет какой-то один из моих, но я не знаю какой. В последнее время мне еще очень много нравится играть всякого старья. Там, треки там золотой, скажем так, поры для меня. 2004-2005 год. 2003. Ну, наверное. Я не знаю, мне даже не сложно сказать. А вот с перехода на трактор, это откуда так? Ты почему так решил перейти? Или... Ой, мне надоело пластинки возить с собой. Ну, тяжело, правда. Действительно. Они у меня сейчас, они лежат все дома. А вот коснемся новых веяний, так сказать. Слушаешь ли ты так называемую бейс-музыку или дабстеп? Ну да, да, у меня, ну, по работе, так сказать. Bring the rock us. Трек сейчас так называется. Okay. У вас интервью? Да. Привет. Я вам буду мешать. О, привет! Как вопрос? Бейс мюзик и дабстеп. Да, дабстеп, да. У меня коллега на работе очень уважает дабстеп, который мне подгоняет какие-то новые вещи. Ну, я слушаю, правда, мне сложно сказать, что я разбираюсь в ней там или что-то. В общем. Ты поможешь? Мне все равно делать нужно. Да. А в свободное от, не знаю, от музыки время дома, там, не знаю, наушников, что ты слушаешь вообще? То, что тебе присылают, ну не ты же присылаешь, то, что тебе советуют друзья и знакомые? Не, ну да, отчасти там в Фейсбуке у меня в ленте, там несколько людей все время выкладывают там, какие-то интересные вещи. Но это в основном то, что я слушаю, можно, я делаю вот эти подкасты для My People, My Music подкаст. Уже 8-3. И вот музыка, которая у меня, собственно, вне, ну, которая у меня играет в машине там или на компьютере, вот она там вся практически ротируется. Ну, то есть это самый разный став, там, от хауса до там нью диска какой-то там, и дабстеп тоже есть, и хип-хоп, и инди-дэнс, там, инди-рок даже, все бывает, короче. Ну вот, спасибо за короткую беседу. До встречи. Спасибо.